Производство киностудии «Грузия фильм». Постояльцы. Авторы сценария: Мамука Дулидзе, Дато Джанелидзе. Режиссер-постановщик: Дато Джанелидзе. Оператор: Лерри Мачаидзе. Художник: Джемал Мирзашвили. Композитор: Давид Евгенидзе. Звукооператор: Имер Манчгаладзе. Участвует: Буба Хотивари, Михаил Вашадзе, Нана Шонье, Нино Коберидзе, Михаил Джоджо, Шота Кристесашвили, Лия Гудадзе, Отар Багатурия, Ладоме Квабишвили, Бая Двалишвили, Дато Кристесашвили. В эпизодах: в фильме использованы мотивы грузинских народных сказок и произведений Кобо Абе, Хулио Кортасара и Михаила Булгакова. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Постояльцы.
Здесь живет Мендиашвили. Вот там. На верхнем этаже. Этажом выше. Наверх. Мама! Папа! Что с ним? Не знаю. Может, сердечный приступ? У вас нет капель? Поищу.
Извините, что беспокоим вас среди ночи, но что делать, куда деться? У меня только одна кровать. Ничего, мы в углу устроимся. Капли не нашли? Нет. Может, сбегаешь в аптеку, папа при смерти. Если сможешь, купи леденцов. Папе очень помогают, и я от них без ума. Ладно. Ваш звонок плохо слышен. После приступа он всегда так обессилен. Что делать? Некуда было деться. Водичку с вареньем не хочешь? Женщина намного лучше каменного винограда. Здесь не кури, пожалуйста. Да, не кури. Давай сдвинем. Помоги нам. Не видишь, какое оно тяжелое? Ну, подойди, помоги. Thank you.
Туда подвинуть? Нет, к окну. Это ты в детстве? Нет. Чай вскипел. Жутко коптит ваша конфорка. Весь дом в копоти. Где сахар? Вон там. Будешь с вареньем? Как вас зовут? Хатуна. А вас? И я Хатуна. Приехали издалека? Какое это имеет значение? Что он делает? Папа, что ты делаешь? Папа? Папа. Оставайтесь в кровати, господин. Из-за приступа не узнал, как вы меня уложили. Пустите, буду лежать на полу. Ложись. Подвинься. Тихо. Вот так. Подвинься. Тихо.
Кое-что тебе постирала. Это не мои вещи. Привет. Подойди-ка, помоги мне. Это мой брат. Туда. Вот так. Вот так. Что такое? Нечего есть. Попробуй это. Про брата ты ничего мне не говорила. И места нет. Ничего, он будет спать на балконе. Давай еще раз помоги мне. Пойдем. Заходи туда. Взяли. Туда, туда. Спускайся. Подними. Придвинь ту сторону. Подними немного. Отлично. Вкусно.
В этом доме нет больше места. Что? Говорю, что здесь нет больше места. Что? Смотрите на него. Ты чего кричишь? А, чего ты кричишь? Я не глухой. Успокойся. Если я промолчу, он совсем на голову сядет. Пустите, я ему покажу. Так тебе и надо. Да брось ты. Ты сам ему вытри. Вот так. Вытри. Бедняга. Голову подними. Присядь. Осторожно. Чтоб тебе пусто было. Что ты делаешь? Выгоните его. Выходи сейчас же, выходи. Выходи отсюда, быстро. Кто это такой? Отпусти дверь. Что ты стоишь? Поймай его. Закрой дверь. Под кровать залетела. Под кровать. Сюда. Закройте дверь на кухню. Давай. Выдвиньте стол. Заходи с другой стороны. Как не поймала. Надо ему всыпать хорошенько. Молчи ты. Молодцы. Один, три, пять, семь, 13, 19, 14, 16, 17. Помогите, господин Георгий, пойдемте ко мне в квартиру. Не пойму, что с ней сохнет. Какой ты бледный, тебе плохо? Господин Георгий, пойдите ко мне, ради бога. А этот цветет, каждый вечер поливаю. В чем дело? Что стряслось? Не скажешь, что происходит? Господин Георгий, взгляните на потолок. По-моему, там протекает. Насколько я помню, всегда было так. Да. Минимальное давление немного повышено. Аритмия. Да. У тебя аритмия. Наверное, какой-то вирус. Он во всем городе. Ну ничего. Ешь чеснок. Не будь мнительным, и все будет хорошо.
Если что-нибудь понадобится, постучи в стенку. А ты, оказывается, хитрый. Иди, помоги мне. А, ты ублюдок. Они же улетят. Помогите мне. Закройте дверь, скорее. Иди сюда. Он сын Тимура. Ему не с кем его оставить. Господин Георгий, отойди от стены. Что с тобой? Оставь его. Что ты от меня хочешь? Прекрати, они тебе не помогут. Опять 25. Я этому тебя учил? Тимур приехал. Как хорошо. Ты меня обрадовал. Папа, я тебе принес леденцов. Если б знал, где окажусь, я бы принес вам лучший подарок. Певчая. Мы кормим ее раз в день. Немного корма ей хватает. Возьми. Дай мне бычок.
Не сердись на них. У них медовый месяц. Сам понимаешь. Совсем распустилась. Брось, ты же знаешь, как я люблю его. Он тебе не подходит. Там ее поставила. Лучше к окну. Они свет любят. Вам лучше знать, когда злиться. Впрочем, за что на нас сердиться? Живешь один в огромной квартире, а у нас нет элементарных условий. Перебирайтесь в гостиницу. Что? Перебирайтесь в гостиницу. Об этом ты должен был подумать до того, пока несчастному парню нос не разбил. Как ты можешь выкинуть на улицу умирающего старика? А как насчет больного ребенка? Я не говорю обо мне и Хатуне. Здесь места всем хватит. Сроднимся, и все будет хорошо. А сейчас помоги Мурману и постарайся больше не разбивать ему нос. Посмотрим, где мы будем жить. Это кухня. Там ванная комната. Вот это. Здесь я хочу устроить теплицу. Надо чуть-чуть переделать, и получится. Переспала с ним, да? Не начинай. Дай сесть. Опять глаза болят. Осторожно, осторожно, не разбей. Тэмур. Тэмур, Тэмур. Кончились. Спасибо, спасибо. Какая большая голова.
Иди сюда. Как хорошо. Смотрите. Кто это? Кто это? Понятия не имею. Садитесь за стол. Какая чудесная посуда. С ума схожу от этих стаканов. Выпьем за мой приезд. Возьми. За нас. Подай мне. Люблю неочищенные персики. А я что? За твой приезд. Давай, пусть выпьет. За тебя. Отнеси ему. Слушай, выпей. Нет, нет, выпей же. На работе не пью. Не пей. Открой рот. Чего нос повесил? Выпей за меня. Держи его! Мой сын. Здесь живет Мурман. Заходи. Привет. Здравствуй. Как дела? Он немного опоздал. Да брось. Кто этот тип? Уйди отсюда. Чего уставился? Да так, один. Это все, брат. Через пару дней будет и остальное. Этого мало. Денег было меньше. Мне это не интересно. Все будет через два дня. Да молчи ты. Успокойся. Все будет в ажуре, понятно? Ладно. Ну, пока, пока.
Пусти. Что там? Дайте глянуть. Покажите. Да и мне покажите. Смотри. Пропустите меня. Пропусти меня. Смотри-ка. Пойдем. Пойдем. Опять глаза болят. Тэмур! Тэмур! Леденцы кончились. Вот, возьми. Больше нет? Разве мне этого хватит? Дал бы побольше. Давай станцуем. Вношу предложение. Пусть танцует. Хатуны наш хозяин. Играешь на пианино? Нет, жаль. Я играю. Я не умею танцевать. Я играю про бабочку. Научит, Хатуна тебя научит. Давай лучше я. Thank you.
Это он. Пустите меня. Не успел. Пойдем. Тебе нельзя. Мама, где папа? Папа, где ты? Мама. Папа. Мама. Папа. Где отец? Не знаю. Папа. Мама. Папа. Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Куда ты исчез? Пойдем, поищем его. Мама! Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Помоги. Что с тобой? Где они? Кто? Откуда ты появилась? Соскучилась по тебе и пришла. Я спрашиваю, как ты вошла? Я вошла в дверь. А где же они? Я никого здесь не видела. Вот они где. И ты с ними заодно. Скажи мне, где они? Ты с ума сошел? Скажи, где они? Не знаю. Откуда мне знать? Говори. Я не знаю.
Тетя Кето! Тетя Кето! Тетя Кето, это я. Георгия нет дома. Пустите на минутку. Подожди здесь, выйдет. Это мои друзья, Омар и Джемал. Извините, Миндиашвили не видели? Иди сюда. Чего ты здесь шпионишь, ублюдок, а? Да я тебя! Бросил меня одну. Нет, так не годится. Кому что вздумается, то и делает. Все, в доме должен быть порядок. Хочешь куда-то сходить, пиши заявление. Папа поставит печать, я подпишу. И скатертью дорогу. Чего удивился? Не видел голую женщину? Я должен одеться и выйти на улицу. Нельзя? Что ты? Все члены нашей семьи свободны. Только напиши, что хочешь надеть и когда хочешь уйти. Подпиши это, и ты волен как птица. Давай я передам. Вот. Наш хозяин хочет выйти на улицу. Нет, сегодня не успеете. Много других проблем. Конечно, лучше гулять по улице, когда имеешь свою квартиру. Скажи-ка, на кой нам семье такой уродец? Тэмур! Сделай громче, не слышу. Не мог купить другой телевизор?
Меня разжалобили, и я вас впустил. Потом заняли всю квартиру. Сейчас еще наставляете. Если я тебе не нравилась, почему меня искал? Из-за любви человек пойдет на все. Я влюбилась с первого взгляда, и он ко мне неравнодушен. Убирайтесь отсюда! Убирайтесь! Ах ты! Помогите мне! А это еще! Убирайся! Идите, свяжите покрепче. Пустите. Пустите, он способен на все. Вот, связали тебя. Теперь успокоишься, теперь образумишься. Вот так. Наполним твой дом добром, потом все поймешь. Поймешь. Посмотри, нет ли у нас извести? Что с вами? Что вы делаете? Не видите, весь мир погружается в тартарары. Разве так можно? Мы будем заботиться о тебе, холить или леять. Будем детей твоих воспитывать. Чего тебе еще надо? Чего? Уставился. Лежи там. Выключу свет, и он заснет. Ляжем.
Вставай. Вставай. Просыпайся. Просыпайся. Как спалось? Разве можно так долго спать? Вижу, яйца снес. Начнем. Начнем. Дождик моросящий поле окропил. Тому, кто о нас дурное слово скажет, пусть сердце нож пронзит. Молчи, сволочь. Чего орешь? Пусть человек посмеется. Принеси ему поесть. Выводи его. Вставай. Сейчас сядем и спокойно поговорим. Приятная компания, вкусный завтрак. Что скажешь, разве так не лучше? Я с вами за стол не сяду. Посмотри, кто там пришел. Кто там? Георгий. Открой ему, открой. Замечательный у тебя растет мальчик. Будет настоящий мужчина. Но. Слезай. Слезай, убери ноги. Слезай. Такой ты грязный. Пойдем, я тебя умою. Посмотри на себя. Есть что-нибудь выпить? Стой спокойно. Не вертись. Ступай, ступай. Где стул? Дай сюда. По-моему, вкусно. Мне кажется, я пересолила. Да нет, нормально. Очень вкусно. Дай сюда переложу это. Да, так лучше будет. Очень вкусно. Попробуйте, вкусно. Как ты, хорошо? Скажи красиво. Иди сюда, сядь, подай мне это. Попробуйте. Возьми. Выпьем. Дай-ка я налью тебе. А где наш хозяин? Не знаю. Разливай.
Дай сюда. Больше не надо. Будем здоровы. Пожелаем себе добра и единства. Выпьем. Будем здоровы. Ваше здоровье. Будем здоровы. За нас. Открой окно. Пропустите. Что там? Что случилось? Ничего страшного, машина сбила. Насмерть? Несчастный. Сядь. Директор картины Гия Куртгели. Киностудия «Грузия Фильм», 1989 год. Творческое объединение «Схиви». Фильм дублирован студией «Картули Гахмуванова».